Это новость от 4 сентября 2020 года, но я о ней узнал только сейчас и уверен, что вы о ней тоже не слышали, поэтому я читаю, а вы охреневаете. Министерство финансов Нидерландов пересчитало минимальную потребительскую корзину жителя страны, добавив в нее 15 доз марихуаны и 4 похода к проституткам в месяц. В результате прожиточный минимум голландца вырос более чем вдвое, с 1120 евро до 2480 евро. Также в эту сумму включены накопительные отчисления на эвтаназию. Далее цитата министра финансов Нидерландов. «Пандемия коронавируса и последовавший за ней жесткий карантин очень больно ударили по моральному духу наших граждан. Мы считаем, что теперь правительство обязано как-то компенсировать их страдания, поэтому решили ввести в прожиточный минимум эти маленькие человеческие радости». Как вам радости? Давайте в комментариях сравним с радостями от нашего правительства. Не, новость зашибись, конечно.